Сегодня принимают поздравления не только студенты и Татьяны, но и Павел Афиногенович Крысин. Известный далеко за пределами республики журналист отмечает 90-летний юбилей. Журналист большой буквы, писатель, прошедший лихие годы Великой Отечественной войны, по сегодняшний день сохраняет ясный ум и бодрость духа. Как отмечает сам Павел Крысин, многое ему удалось благодаря своему характеру. Я всегда жил своим характером. Никто мне не говорил, учись вот такому-то специалисту, поступай в такой-то техникум, все решал сам. И советоваться не с кем было. По окончании техникума добровольцем ушел на фронт, награжден медалями и орденами. В 1959 году начал работать в газете «Коммунизм Ялави». Затем назначен председателем Госкомитета по телевидению и радиовещанию. Долгие годы возглавлял Союз журналистов Чувашии. Поздравила юбиляра и министр информационной политики и массовых коммуникаций Валентина Андреева. Вы для нас живая легенда. Долгожитель не только в жизни, но и в профессии, что очень важно. Спасибо за все, что вы делали. За то, что вы взрастили не одно поколение журналистов.